Представилась женщина как инвалид второй группы, мать пятерых детей, а с недавних пор вдова. Роза Амирбекова долго собиралась силами, чтобы пожаловаться на полицейских. 2 октября прошлого года я и мой муж Финкарбеков Жамбыл шли в банк. На входе неизвестная женщина обронила свой телефон. Мой муж его подобрал. Женщина заявила в полицию, что потеряла сотовый при неизвестных обстоятельствах. А в РОВД написали, что муж украл телефон и возбудили дело. С нас требовал деньги в РОВД некий Алтынбаев. В отделе следствия просили 2000 долларов. Ну откуда у нас такие деньги? Мой муж работал пожарным 17 лет. Начался судебный процесс, затем его уволили с работы. После этого у него стало подниматься давление. И 1 мая он скончался. Я до сих пор не могу прийти в себя. Вот что на такое громкое заявление ответил начальник районного отдела полиции. Дело прошло через прокуратуру и рассматривалось в суде. Была проведена досудебная проверка. Если бы факта кражи не было, дело не поступило бы в суд. Напишите заявление. Мы поднимем дело и проведем проверку. Однако женщина заявила, что больше не верит правоохранительным органам и намерена писать в Верховный суд. А партийцев она попросила оказать содействие. В свою очередь, последние предложили провести повторное расследование и обещали взять процесс под свой контроль.